и купили столик на Озоне к концу лета. Тут, правда, столы есть. Ну, хоть посмотреть, вот даже запечатанный. Не распечатывала. И самое интересно, когда мне его выдали, вот он всего сложенный. Я так и сказала, говорю, это все. Ой. Ой-ой. Как все серьезно запечатано. Ух тычка. Ох, даже не режет. Так. Санек, давай помогай хоть что ли. Ну-ка, стяни. Снизу тоже возьми. Давай еще порежь, да. Так. И сейчас будет сюрприз. Та-дам! Вот наш столик. Видно? В таком чехольчике удобном. Где с двух сторон расстегивается. Санек, помогай. Чехол тебе. Вот тут застежечка. Расстегивается столик раскладной. И все интуитивно, просто, как говорится, все гениально, просто. Во, как должно в дырочки попасть. То есть здесь пимпочка и должна вот в эту дырочку. Нажимаем. Вот когда дырочку не видела, хорошо получалось. Теперь что-то не очень. Просили своего папу Мишу, который не рыбак и не ездит с нами, сделать нам столик. Так, Санек, держи. О! Вот теперь. А где-то что-то сфиксировать надо, что ли? Или мы не до конца его разложили? Просто тут криво. Вот такой столик у нас получился. Санек, встань рядом со столиком. Вот что-то мы его криво поставили. Ножки-то не выпрямили. Угу. Поверхность вот такая антискользящая. И вот, по сравнению с Саньком, столик вот такой. Нравится столик? Да, очень такой маленький. А нам и не надо было большой. Компактный. Но сегодня нам не понадобится, просто получила я в пункте выдачи, потому что вот тут столище целый. Пользуйтесь на здоровье. Ну ладно, будем продолжать. Мы еще даже не закинулись. Стол было интересней распечатать. Будем закидываться.